Привет, меня зовут Дмитрий Соловьев, я актер театра, кино. Сегодня я посмотрел разные работы с фестиваля Golden Times и поставил самую высокую оценку Софии Шириной. Почему? Это короткометражный фильм, мне больше всего понравился, и, мне кажется, донесли мысль, все интересно. Естественно, всегда можно перфекционироваться, всегда есть куда расти, можно улучшаться. Вообще, хочу пожелать в будущем всего наилучшего. Хочу сказать, что если ты будешь продолжать заниматься кино, это самое сложное из искусств, я бы сказал. Потому что если ты хочешь заниматься музыкой, тебе достаточно иметь музыкальный инструмент, и вот ты можешь уже играть, заниматься музыкой. Если ты хочешь писать, возьми бумагу, возьми ручку, и ты уже можешь писать, заниматься этим искусством. Даже театр, достаточно иметь одного зрителя и одного актера на сцене, и уже будет театр. А вот кино совершенно другое, это самое сложное. Потому что сначала нужно подойти с технической точки зрения. Нужна и камера, нужны и микрофоны, нужно и освещение, и так далее, и так далее, и так далее. Плюс нужны люди, которые будут этим всем заниматься, этими вещами руководить. Плюс нужны актеры, режиссеры и так далее, и так далее. Поэтому ты занимаешься самым сложным искусством. Я тебе хочу пожелать на этом сложном пути всего наилучшего. Может быть, когда-то увидимся. Но сегодня для меня ты была фаворитом. Поздравляю. Всего наилучшего.